Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Девиант, взявший ребенка в заложники. Если бы только понять, где этот фрагмент был записан. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Маркус, где ты прячешься? Андроид, убивший хозяина. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Темно. Где? Где я? Я девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время. Мы просим вас признать наше достоинство. Наша надежда и наши права. Кто здесь? Кто вы? Все в порядке. Не бойся. Маркус, это ты? Почему ты меня бросил? У меня не было выбора, нас бы убили. Все будет хорошо. Я пришел забрать тебя. Дай мне координаты Иерихона. Нам надо идти. Иерихон? Да. Да, конечно. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Не бросай!
Я об этом мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гевин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Я... В моей программе обнаружен некий сбой. Это тревожно. Ваши параметры сохранены. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Маркус, где ты прячешься? Девиант, взявший ребенка в заложники. Девиант, с которым Маркус пробрался на телебашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Темно. Где? Где я? Я девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время.
Мы просим вас признать наше достоинство. Наша надежда и наши права. Кто здесь? Кто вы? Все в порядке. Не бойся. Маркус, это ты? Почему ты меня бросил? У меня не было выбора, нас бы убили. Все будет хорошо. Я пришел забрать тебя. Дай мне координаты Иерихона. Нам надо идти. Иерихон? Да. Да, конечно. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Не бросай! Я об этом мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гэвин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Походу, тут кто-то шарился. Черт! Тревогу! Быстро! Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз.
Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Надо найти теплое место для Алисы. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра. Мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Перестреляли, смотреть было больно. Прямо целая площадь огромная.
А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машина, но на вид, как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает схожие проблемы с андроидами. Генеральный секретарь ООН Дуглас Корнуэлл призвал немедленно собрать международную конференцию о статусе Арктики. Словом, можно надеяться, что угроза мировой войны была снята тропатой. Конфликт вышел на ногу. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Сегодня пришло время уничтожить все машины. Они открыли огонь, хотя мы были безоружны. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроидов. Самостоятельно. Они непредсказуемы и могут проявить... Андроиды никого не трогали. Копы. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что а по неизвестным причинам русские тоже... Алиса? Давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну, какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть,
стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы попросили у них только свободы. Они даже слушать не стали. Карают нас за то, что мы живые. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Видели же, как с нами обошлись? Без разницы, что мы делаем. Так что либо бороться, либо сдохнуть молча. Это бессмысленно. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну.
Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ты пойдешь со мной. Так ты и есть, Коннор. Знаменитый охотник на девиантов. Ну, мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. У тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты можешь сам решать, кем тебе быть. И жить свободно. Пора решать. Иерихон идет атака. Что?
Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Вперед! Бегом, бегом! Как крысы в лабиринте. Скорее, Кэра! Они идут! Коридор, туда! За мной! Сюда! Скорее! Сюда! Наверняка дальше есть выход! Внутрь! Быстро! На верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать. Ничего уже не сделать. На втором и третьем ярусе есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Где Джордж? Не знаю, мы разделились. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма. Там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Иерихон пришел конец. Спасай наших, Маркус. Принято. Поздно, Кэра. Уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя ни на что не бросим. Да, Кэра? Мы не бросим? Что ты делаешь? Я тебя не брошу. Кэра, нет! Зря ты это сделал. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границы. Идите, берегите друг друга. Открой дверь!
Тут... Нормально. Надо уходить. Бегите к остальным! Сюда! Беги к Норд, я догоню. Это выход. Мы спасены, Алиса. Стоять! Пошли отсюда! Быстро, надо уходить! Секунду, надо уходить.
Бежим! Вперед! Быстро! Сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Thank you.